Линейная полиция Караганды бьет тревогу. В области наблюдается рост смертей на железной дороге. С начала года погибли уже 10 человек, из них трое бросились под поезд умышленно. Число жертв было бы значительно меньше, если бы горожане не пренебрегали элементарной техникой безопасности. По словам стражей порядка, в этом году установлено свыше 100 фактов перехода железной дороги в неустановленных местах. Соблюдать элементарные условия техники безопасности. То есть перебегают в неустановленных местах, не думая о своих семьях, родственниках. И подвергают опасности тем самым машинистов, которые не могут остановить пассажирский или грузовой поезд в нужный момент.